Катя Матюшкина и Катя Ковитый. «Лапы вверх». Это очень интересный детектив. В этой книжке можно встретить картинки, на которых можно найти некоторые надписи, как вот такие вот. Это очень интересная книжка. В ней можно находить стихи, разные прикольные надписи, даже некоторые разгадки. В некоторых страничках можно найти сразу отгадку, как золотая статуя. Это можно найти в конце книжки. Очень интересная книжка. Тут очень много разных надписей, стихов и всякого такого. А в конце книжки, когда уже где-то в начале книжки, тут у нас присутствует вот такой. «Лапы фу» от жуткого детектива. Хозяин книг. Очень интересная книжка. Если вы знаете еще интересные книги, пишите в комментарии, ставьте лайки. А с вами был Кирилл Шлыков, Алексей Сергеевич. Всем пока!